Друзья, всем привет! Это видео у нас будет о самоделках. И делать мы будем с вами мотыльницу. Непростую мотыльницу, к которой вы привыкли. Вот такую вот пенопластовую. А ту самую мотыльницу, ну вот как это, разрекламированную, с которыми сейчас все ходят, вешают их на ноги. Вот такую мотыльницу мы с вами попробуем сегодня сделать в домашних условиях. Ну, практически без затрат. Не переключайтесь, смотрите, что будет дальше. Для изготовления такой мотыльницы нам с вами понадобится вот такие вот детские мозаики. Ну или можно взять обычный туристический коврик. Также понадобится ножницы, вот такая вот резинка с креплением, она уже у меня пришита, вот второе крепление и тоже резинка. Каких размеров и формы будет ваша мотыльница, вы выберете уже сами. Я взял вот такую обычную карту пластиковую, подносим ее и просто обрисовываем. Можно еще немножечко продолжить, дальше дорисовать. Ну, это, допустим, для того, чтобы разделить ее по две разные насадки, чтобы было. Чего ты ждешь? Подпишись на канал и поставь свой рыбацкий лайк. Ну вот, я вырезал вот таких вот 4 прямоугольника. Что делаем дальше? Первый слой заготовки мы не трогаем. Но во втором слое мы вырезаем 2 прямоугольника. Я буду делать 2, потому что я хочу, чтобы у меня было по 2 разные насадки. Вот такая вот заготовочка у нас получается. Вот это вот вырезать не нужно. Это будет стенка между двумя разными насадками. И таких заготовки нам нужно будет 3 штуки. Вот такая вот заготовочка получается. И как я говорил, таких надо 3 штуки. На последней заготовке оставьте вот эти прямоугольники целыми. Ну, начнем сборку. Берем суперклей, прикладываем резиночку и проклеиваем. Клейте осторожно, сразу говорю, чтобы резинка не выпирала за рамки. Вот, склеили 2 лямки. Дальше проклеиваем. Клея много не надо.
Последнюю заготовку пока приклеивать не нужно. Вот у нас крышечка. Берем заготовку и вставляем в нее эти ромбики. Переворачиваем, капаем клея и просто прикладываем на крышечку, чтобы приклеились эти ромбики к крышечке. Сама заготовка потом уберется. Вот так вот. Ну а сейчас можно приклеить последнюю заготовку. Берем крышечку, закрываем. Ничего не выпадает, все держится. Но это еще не конец. Нужно еще обрабатывать будет. Берем шкурку и выравниваем края. Шкурку надо брать высокозернистую. Ну, в конце покажу, что получилось. Ну вот, друзья, обработал. Вот такая вот она получается. Коробочка. Мотыльница, так называемая. Все, закрыл. Все, пожалуйста. Ничего не падает. Крышка закрывается плотно. Ну, вот так вот она выглядит на ноге. Открыл. Закрыл. Вот и все. Ну что, друзья? Видео подходит к концу. Вот такая вот мотыльница у нас с вами получилась. И я бы хотел подсчитать расходы. Сколько денег на нее ушло. А ушло на нее у меня 0 рублей, 0 копеек. Так как сами вот эти пазлы детские уже пришли в негодность. Их можно было выбрасывать. Резинка у меня валялась. Резинку можно и другую использовать. Да и крепления у меня были. Я посмотрел в интернете. Стоимость такой мотыльницы 395 рублей. Ну, можно сказать, грубо говоря, 400 рублей. Что лучше, заплатить 400 рублей или не потратить ни копейки? Ну, это уже вам выбирать, конечно. И вот еще один момент. В конце видео я уже придумал немножечко другую модификацию. Сделал я одинарную крышку, чтобы она закрывалась. Но ведь можно сделать и разрез, и будет открываться одна часть отдельно, и вторая часть. И насадка будет сохраняться в тепле, которую мы не берем. Так что вот так вот. Ну, всем до скорых встреч. Всем пока.